В Нерюнгри состоялся всероссийский турнир по вольной борьбе. Он был посвящен Петру Юмшанову, одному из самых титулованных борцов Якутии, призеру чемпионата мира. На ковре встретили спортсмены из 6 регионов России. А вот что ждало победителей, расскажет Виктория Харитонова. Всероссийский турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, народного депутата Государственного собрания Элтумен Республики Саха-Якутия стартовал сразу после проведения в столице республики международного турнира имени Дмитрия Коркина. С поддержкой Министерства спорта Республики и с поддержкой Министерства спорта России включили единый календарный план, реестр мероприятий Министерства спорта России, поэтому вот сегодняшний, этот турнир уже состоялся и идет. На ковре встретились 115 участников из Приморского края, Амурской области, Забайкальского края, Хабаровского края, города Москва и Республики Саха-Якутия. Все, я думаю, регионы, которые приехали, получат победители звания мастера спорта России. Ну, организация это вообще супер. Условия нам создали, зал шикарный, вообще никаких проблем. Лучшие судьи международного класса приехали в южную столицу, чтобы провести этот турнир по 8 весовым категориям. Участники, в свою очередь, показали высокий уровень подготовки. Лучшие из лучших стали обладателями призов Петра Юмшанова и звания мастер спорта. Этот турнир, он очень важен для республики и для развития вольной борьбы. Это впервые у нас в республике этот турнир прошел именно в Нерюнгри. Подобный турнир в Нерюнгри прошел впервые. Для многих участников это отличная возможность побороться за звание мастера спорта России и встретиться в поединке с титулованными борцами. Виктория Харитонова, Семен Амосов, НВК Саха, Нерюнгри.